Казахстане состоялся благотворительный праздник «Доброта во благо детям». Министерство образования и благотворители подарили детям-сиротам хорошее настроение и подарки. Мероприятия прошли во всех регионах республики, и наши коллеги побывали на празднике в селе Ащебулак. Как важно с детских лет приучать ребенка к доброте, благодарности и дружбе. Все эти три важных понятия были объединены на детском празднике Ризашылык «Доброта во благо детям» в детском доме «Солнышко» обители милосердия в поселке Ащебулак Алматинской области. Торжество было вдвойне приятным, так как праздник проходил в новом актовом зале, созданном на средства благотворителей. В гости к ребятам пришли друзья, которые по зову сердца помогают воспитанникам «Солнышко». Дети – это наше будущее. И дети должны быть сыты, здоровы, у них должен быть праздник. И когда у детей праздник, мы должны быть вместе с ними. Мы должны быть вместе с ними, когда у них трудности, и мы должны быть вместе с ними, когда у детей праздник. И поэтому мы сегодня здесь, мы приехали с подарками. К празднику ребята вместе с воспитателями подготовили концерт. Малыши танцевали казахский народный танец «Кара-журга». Старшие ребята представили танцы народов, живущих в Казахстане. Мы учим их благодарить за то, что они живут в Казахстане, в многонациональном, за то, что они получают какие-то блага и, в общем-то, за ту теплоту, доброту, которая посылается нам извне. Символом праздника, символом бескорыстия и доброты стал белый цветок. Воспитанники сделали их своими руками и подарили на память гостям праздника, тем, кто принимает участие в жизни детей. Жизнь показывает, вместе взрослые смогут превратить детский дом в настоящий дом детства.